Сегодня продолжилось пленарное заседание первой сессии Горсовета 7-го созыва. После нескольких перерывов депутатам удалось принять ряд решений, касающихся жизнеобеспечения города. Подробнее наши корреспонденты. Начало пленарного заседания сразу же переносят на полчаса. Фракции удаляются на совещание. На согласительном совете принимают 4 дополнительных вопроса. В частности, обращение к руководству страны по поводу изменений в налоговый и бюджетный кодекс. Их также вносят в повестку дня. Одно из первых утверждают целевую программу предоставления автотранспортных и хозяйственных услуг структурным подразделениям и исполкому горсовета. В ее рамках предусмотрена аренда служебного транспорта для городского голови в рабочее время. Если вы меня поважаете, ну, хай будет Toyota Camry. Она не такая новая и не насколько это как бы для статуса міського голови. Я же не кажу про какие-то там Land Cruiser или там еще больше машин. Мы сгодні вам виділити грошові кошти на оренду велосипеду, але ніяк не на Toyota Camry. Крім того, я не бачу необхідності. У вас і зараз досить непогана машина. Итак, практически каждый пункт повестки дня вызывает вопросы депутатов. Проведение заседания, умышленно или нет, затягивается. До очередного перерыва успевают принять программу обеспечения членства горсовета в ассоциациях. После уже другие различные программы поддержки и социальной защиты.